Вот слева плохо, ветер оттуда. Давай, короче, идем вместе. Просто будем держаться чуть-чуть, ну как бы. Да, чуть-чуть. Давай, чуть-чуть в сторонке, чтобы это прострел был. У меня более старые присыпаны. Okay.
моей стороны они какие-то припорошенные. Сейчас буду к тебе круг нарезать. Ты если там смотри, по следам сильно не топчи, чтобы разобраться было можно потом. Жировка какая-то, буду сейчас обгружать, смотреть. Наткнулся на жировку, говорю, сейчас буду обгружать, смотреть, что он тут натворил. Похоже, это ночные, свежих я не вижу. Так, а ты далеко ушел?
Ага, давай тогда с края околка обходи. Сейчас начнем обрезать потихоньку. Не, смысла нет, я не вижу свежих утренних следов. Если он не съебался с этого околка, то он где-то, короче, здесь лег. Смотри, он вот сейчас, я здесь он жировал охуенно и пошел туда. Надо, короче, это резать. Ты, короче, вон туда куда-нибудь зайди, чтобы тебе видно все было. А я сейчас попробую оттуда петлю еще заделать пока, чтобы это, если он пошел, если я его не вижу, чтобы ты его перехватил. Ну вот, вот эта осина, сзади. Да, куда-нибудь там это, ага, попаси. А я сейчас быстренько это. Вот он, видишь, вот он ходил. Ага, в эти кусты попадаешь, пиздец. Блять, я его поднял, похоже. Да, я его поднял, Гриша, вот он, блять. Короче, стой, где стоишь, я пока пойду посмотрю, куда он ебанул. Так, он побежал к дороге, блядь. Гриш, он, наверное, сзади может на тебя выйти, блядь. Я, короче, пошел по следу, ты тогда стой, смотри, 360 градусов голова крутится.
Да-да, я сейчас тут в кустах. Он сейчас не будет, он сейчас круг сделает маленький и на тебя назад пойдет. На мою лыжню стал, подонок. Да, все по плану. Во, вижу его. Стой пока, стой. Стой, стой, стой еще. Он, не знаю, попал или нет. Похоже, не попал. Но это пока стой, пока непонятно, куда он пошел. Пока кругом идет. Жди, Гриша, скоро придет к тебе.
Не видел его? Так, не отвечай. Он, короче, зашел в эти кусты, в которые ты хотел прогнать. Он, походу, опять на маленький круг ебанет. Или на тебя выйдет. Давай-ка мы фишку сделаем. Так, короче, сейчас пока стоишь, я сейчас отойду в сторону, а потом ты найдешь сюда, ну, к Лешке сюда, где я тебя ждал, и там увидишь его проходной след, и попробуешь его дальше его давануть, а я встану опять на маленький круг. Вернись, где мы с тобой расстались, там должны быть его конные следы, ты их сразу жизнь взял. Готов. Спасибо. Ну, здравствуй, зайчик. Поймали мы тебя. А, блин, немножко я тебя обзадил. Прости, друг. Прости, друг. Сейчас я тебе учение закончу. Маленький. Ну все, Гриш, выходи на дорогу. Я пошел к дороге.
лебедях такая охота получилась короткая. Но зато перед этим сколько неудач было. А я его, короче, вот отсюда увидел, как он там скакал. Ну, чуть-чуть завысил я его, чуть-чуть завысил. Можно было сразу взять. Ну, ладно, что. А один я, блин, его как-то прокабанил, бля. Видимо, пока к Гришке подходил, он со спиной ушел, меня услышал. Фу, ладно, поедем следующий следок искать. Это у нас тут была всю ночь метель. Это были вообще припорошенные следы. Чудом нашли. Поедем еще посмотрим. Еще одного зайчика взять. Нормально.